Приезжаем на Иж, сейчас будем смотреть, что у нас там на ночь произошло. Вот он, ручей впадает. Наши жерлицы. Что, тут ни одной, да? А? Те же, да? Так. Так, две сработки. Будем смотреть. А вот там сработало, на глубине сработало. Сейчас туда подъедем. Так, две сработки. Вот одна на глубине, одна здесь у берега. Ой-ой-ой. Смотри, за ночь как сильно намерзла. Леску не перебить бы. Может быть, пешней. Сразу или ножом. Не знаю, рыба пролезет, не пролезет. А то вдруг гигант какой-нибудь сидит. Он там сидит. Так. Чего бы сразу? Дай бог, чтоб не сошла. Чуть-чуть. Самые краешки. Смотри, как наморозило. Надо будет заново бурить. И снег не помогает. Снег. Так, моя камера-то видно, не видно, что-то не знаю. Наверное, видно. Ну ладно. С Богом. С Богом будем вытаскивать. Хочется, конечно, чтобы она не вылезла, не пролезла через лунку. Ну-ка, это ты что? Чтобы потом отдолбить вокруг и вытащить огромную. Пожелал иди, тоже. Иди, моя большая. Прибольшая. Размотала туда как. Опа. Не хочет заходить. Дергается. Подожди. Ё-моё. В лунку не хочет заходить. Не то слово. Там рыбка еще сверху. О, так она только на крючке сидит. Ой-ой-ой. Вот это да. Так. Нет. За это самое, за рот. Вот, ребята. Долгожданный. Вот бог. Это да. Ночь простояла. Рыбку нашу даже она. Послушай, из-за. Нет, ну подожди, сейчас посмотрим, где. Где там? Где у тебя? Это первая. С краю. Ой, как хорошо. Первая такая. Совсем чуть-чуть зацепилась за крючок. Ага, да? Очень хорошо. Очень. Ты хорошо. Моя лапочка. Видишь?
Вот он, рычаг. Чуть-чуть прямо. Так, вот он. Есть такие вот вещи специальные. Вот это лялечка. А вот эта штука для рта. Сейчас мне не нужно это. А мне нужно вот эту вытащить. Вот так подержать? Так, подожди, Люба, ничего не влезай сейчас сам. Пальцы-то в рот я не буду толкать. Вот опять у нас живцов, как всегда, нету. Зато свежих наловим. Вчера погода была ужасная. Ты смотри, кое-как. Так, ну ладно, маленькая. И рыбка. Ну что, фотографировать тебя? Живая осталась. Сейчас, подожди. Рыбка живая осталась? Нет. Ну, пока опускай ее. Рыбку надо. Сейчас я вытащу, рыбку уберу. А, ты ее вообще уберешь? Иди вместе с рыбкой пусть. Ладно, пусть плавает пока. Пока нет живца. Ну. Ага, опустишься не? Вот это у нее голова, так голова. Вот не зря я сегодня багор взял. Без него. Ух ты, даже багор согнул. Офигеть. Без него бы мы не вытащили. Мягенький, конечно. Что такое-то? Иди. Спускайся. Вчера тоже сработка была на этой, да? Да. Вчера вот на этой у нас ничего не было. А, ну она только сбила. На той мы поймали. На той поймали. Тут кто-то сбил. Уйди, моя лялька. Так, сейчас я замотаю. Приготовлю, чтобы потом уже. Ты только в речку не прыгни, в лунку. Лунка сильно маленькая для нее. Ну пасть. Что ты хочешь? Щука же это. Слушай, ты что-то не так. Да давай желание загадаем, отпустим ее. Эй. Сейчас доиграешь на этих. Голова. Ага, там вот не проходит что-то. Лучше я, наверное, потом высверлю побольше. Заново. Определять умеешь, сколько килограммов? Нет, конечно. Ладно, научимся. Ну, сразу хорошая, на глаз хорошая. Раз. Сколько не знаю, но хорошая. Хорошая. Завязалась на узел, что ли? Нет. Поедем в следующий, да? Эй, ну чё?
А вот здесь-то нету ничего. Да? Размотала и ушла? Ага. Вообще пусто. Ты погляди-ка, как долго она мотала. Не взяла, мотанула, забросила. Опа, видишь, что? Так. Так, ну что, все, поехали. Туда сначала, потом. Да. Так, у нас ничего не болтается, чтобы потерялось. Ладно, едем. Еще у нас там стоят 4 штуки. Там точно должно быть. Уж там после Нового года там, вернее, до Нового года мы там ловили ужас сколько рыб. Не считано. Так, все, едем. Так, это вчера ставили. Флажок один сработал. Здесь у нас что? Не сорожка. Не великан. А то, может, большая. Слушай, наверное, Люб. Сама, наверное, сдернула. Хотя нет. А может быть. Это обломанная. Ага. Нет, нет. Это не. Здесь ёршик стоит, по-моему. А, вот здесь место, где вы с Рената прошлый раз ловили этих маленьких. Специально. А вот живой. Ну, ёрш. Не знаю, что. Пусть пока стоит, пока нету. Надо, конечно, этих ловить. Красноперку. Опять нынче живцов у нас нету. Сколько мы штук поймали? 3? 4, по-моему. Вот офигеть, целый день. Рыбнадзор подъезжал. Тоже говорит, вообще тут друзья какие-то у него рыбачат, говорит, нету живцов. Не может, говорит, поймать. Вот так вот. Так, сейчас мне надо будет тут уже глубину заменить. А, так вот она у меня. Или я не отрегулировал? Наверное. В прошлый раз ставил-то. Ну ладно, сейчас я заново сделаю, проверю глубину. Летает. Так, крючок показывается. Короче, у нас живец остался, окушок один. Поставим его сюда. Блин. Давай фрамовые проволоки. Что-то мне не нравятся они. Поводки. Кончик они вон раздваивается, хрен поймешь. Как его цеплять. Даже груз стоит, он не могу. Так. Ладно, поехали. Эх, глубина-то хорошая. Офигеть, яма здесь. Ну ладно. Так, вот оно дно. Делаю 5. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь мне надо найти мою метку. Так, ну давай. Что глубоко. Ага, вот она.
Давай. Так, ее теперь сюда ко мне притяни. Так, все, отпускай. Вот так. Все, теперь здесь отмечено. Чуть-чуть еще. Ну ладно, сейчас прицеплю, потом уже отрегулирую. Три, четыре, пять. 5 метров почти. Глубина. Ух ты. А что это у меня так? А, ну правильно. Так, давай ниже эту. Плохо, что... Слушай, там щель. Как? Ты как считал? Что садить? Окуня? Ой, окунь какой ты. Блин, я тебя сейчас затолкаю туда, нет? Вольфрам, видишь, он какой паршивый. Кончик-то видишь, разно это. Через жабры. Давай ротик разъезжай. Тихо. Ну ты чё? Я же тебя за горб сейчас поймаю. Прицеплю. Опа, не туда пошел. Еще придется его за горбушку надо цеплять. Ну все, рот не открывает. Да не рот, она, видишь, это слишком мягкий вольфрам. Это стальная-то. Надо какую-то иголку делать. Он чуть жабры у него это. И все. За верхнюю нацеплю. Тише. Держаться. Не очень хорошо, конечно, мне нравится через жабры. Ну, по идее, и так клюет. Берет. Иди, родной, на 5 метров. Давай, давай. Ага, пошел. Глубина. Так. Поводок в карман. Рыба. Рыба сюда. Поводки все заменить. Так, у меня все замененные, они все. Видишь, я не думал, что вольфрам так будет себя вести. Вот видишь, тут упругая. Сразу раз она пролазит через жабры. Это так. Кто? Где? Старушка. Наверное, похоже. Ну давай. Лови большую, прибольшую. Все, пошла. Так, чуть-чуть подтяну. Рыбалка окончена сегодня на сегодня. Завтра ехать проверять.
Вот так вот, на ершей не хотят ловить. Щуки не идут. А колючие, видать, понимают. Так, ну весы не выдерживают, весы 3 килограмма. Ладно, сейчас, нет, где-то у нас там безмен есть, свешаем. Так, где килограмм-то? 4 килограмма, короче, 4 с лишним, да? Пока не 4 килограмма есть. 4-то есть точно, даже чуть больше, ну видишь, на этих весах. С лишним на этих весах точно не взвешиваешь. Представляешь, по 10 килограммов ловишь. Офигеть, да, вообще. Ну, какая красотка. Че, киски? О, все собрались, все. Летом наелись рыбы. Зимой теперь хотите, да? Начнем разделывать. Так, сколько она у нас весит? 4 с лишним, да? 4 с лишним, да. Немножечко там еще. Так, я, наверное, по хребту разрежу и разверну ее. Голову. Ножа такого нет, чтобы хорошо рыбу разрезать. На фарш. И на уху. Поэтому кости сильно не обдираю. Они на уху годятся. О, икра виднеется. Икра хорошая.
пленочку снять надо будет. Так. Что возьмем еще? Печень. Смотрели в какой-то местности полностью все потроха готовят. Полностью все. Мы, конечно, не будем. Якутия, да? Угу. Желчь там, что ли? Желчь, ага, желчь нужно будет обязательно. Аккуратненько. Печень пока тоже положу сюда. Паштеты с печенью очень вкусные. Так, а это? Так. Все вытерем салфеточкой. Здесь чистенько. Ну и теперь с другой стороны тоже подрезать. Теперь надо филейный ножичек приобретать. Или этот наточить. Этот я точила. Точила. Ну, я же точила. Уж как получилось. Чешую сегодня хорошо сняла, кипятком облила, она легко отходит. Идите на уху. Ну вот. Вот сколько филе получилось. На перекрутку пойдет, надеюсь. Да? И отличная уха будет. Ну и все. Дальше косточки. Эх. Надо, наверное, секатором. Ой, секатором говорю. Все.
Все, фарш готов. Икра тоже. И уха. И уха готова. Ну вот, фарш готов. Котлеты, пельмени. Скоро будем пробовать. Вот результат сегодняшней рыбалки. Все, что получилось с одной щуки. Уже даже пожарили котлетки. Очень вкусненькие. Так что ловите, люди, рыбу. Готовьте вкуснятинку. А мы с вами прощаемся. До новых встреч на рыбалке. Вот там еще ушицы достают. Где там ушица тут у тебя? Вот и все. И последнее заключительное слово. Добавляйте в фарш столовую ложку меда. И будет вам счастье. Разведенная с водичкой. Разведенная маленько с водичкой, да? Да. Все. Вот так. Вкус необычайный.